Стас Мирошний, Белоколодинський сільський будинок культури. Також диплом другої ступені вручається Осипчук Вікторії, студентки Вовчанського технікуму Харківського національного. Диплом першого ступеня вручається Катерині Логвіна, Білоколодинський сільський будинок культури. Спонсора Олександра Анатолійовича Антоненка вручається Катерині Логвіновій і Стасу Мирошній дуету Білоколодинська сільського будинку культури. Таких мероприятий, которые бы собрали весь цвет культуры нашего района и города Волчанска, и всего поселков и сел Волчанского района. Я представляю себе, что будет в следующий раз, если уважаемый депутат областного совета Александр Анатольевич будет организовывать такие мероприятия. Если у нас сейчас было больше 100 участников на этом конкурсе, на этом фестивале, будет в 2-3 раза больше. В этом я уверен, и тогда я не знаю, какие еще открытия мы сделаем в этом мероприятии. Спасибо вам, спасибо, Александр Анатольевич, за подарок, который вы сделали Волчанскому району, и спасибо всем участникам, которые приняли участие, и организаторам этого фестиваля. Спасибо. Спасибо за хорошие слова.